Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Я стою рядом с карликовыми метельчатыми гортензиями. И вот у нас зацветает это пастель грин. У меня их два кустика. Вот он зацветает. А рядом литл спуки. Почему он такой получился кругленький? Потому что отошло всего лишь три почки, а на них тоже попросыпались почки с самого побега. И вот получился такой кустик. Дальше начинают зацветать бобо. Вот такие красивые соцветия. Они такие как набивные, точечка-точечка. Так интересно. Ну, у меня бобо получается набивное, не рыхлое, как вот я вижу на фотографиях, а набивные соцветия. Вот это Magical Sweet Summer. Вот соцветие выбилось наверх. И получается, что вот первые три соцветия, и они, кстати, коричневеют из-за того, что раньше зацвели. Вот. А еще начинает зацветать Baby Lace. Такой красивый Baby Lace. Кстати, бобо, Baby Lace, мне пришлось брызгать эпином сверху по листу и добавлять чистый лист, растворять для декоративных кустарников. И тогда они начали вот давать цвет, закладывать соцветия. А так стоят, и ничего не хотят дальше. И, конечно, брызгала инсектицидами, фунгицидом немножко добавляла, хоруса. Дальше у нас, вот харума. Вот такая вот она уже стоит коричневая, она раньше всех зацвела. Ну, вот я никакие цветы не обрезаю для того, чтобы не проснулись почки на побегах и растение не стало тратить силы на рост новых побегов. Конечно, можно было бы еще цвет увидеть, но это надо очень интенсивно подкармливать. Сейчас здесь включена капельная лента. Это даже не лента, а трубка капельная. Расстояние между трубками, капельницами, встроенные там капельницы, расстояние 30 сантиметров. Вот. А это у нас конфетти. Конфетти. Бомшел. Вот такой вот бомшел. Также его обрабатывала эпином, удобрением. И, вы знаете, потихонечку начинает он закладывать соцветия. То есть стоит и не хочет закладывать. И вот два соцветия получилось, и все. Дальше вот распускается вот это все соцветия. Это Silver Dollar. Вот он у меня такой получается рожкообразный. Вот соцветие распустилось такими рожками. Очень красивый сорт. Вот его сейчас высота 1 метр 10 см. Даже, ну, 1 метр 20 см, максимум 1 метр 20 см, это уже с соцветиями. Вот вверху новые соцветия выбились. Вот они до 1 метр 30 см, может, дойдут. Дальше Сандая Фрейс. Тут же смешано Silver Dollar и Сандая Фрейс. И вот Сандая Фрейс, она подвязана. Как вы видите, коричневизна. Вот когда было сильное похолодание в июле, вроде бы как стояла Сандая Фрейс, и красивые соцветия были, и красненькие, и покраснели. А потом резко жара, вот в августе жара. И начали гореть соцветия, и вот они такие коричневые стоят. Ну, с этим ничего не сделаешь. У меня постоянный капельный полив, это связано с жарой и сильным суховеем. Ветер выдувает. У меня хотя тут и виноградник прикрывает, и сад прикрывает, но очень сильно дуло. И знаете, такой аж обжигающий воздух был. Вот, и вот такие вот Сандая Фрейс, розарий. Вот так красиво. Сейчас перейду на другую грядь. Итак, я перешла на другую грядь. И что я вижу? Вот начинает зацветать Summer Snow. Вот такое соцветие.
И тут еще будут соцветия. Кстати, его я очень коротко обрезала, и вот они такие побеги вытянулись. И, конечно, скорее всего, увидим и другие сорта. Ну, посмотрим. Не буду забегать вперед. А это Summer Snow. А вот начинает зацветать Magical Mont Blanc. Он, конечно, очень высокий. Уже достигают побеги 1,40 м. Метр 1,40 м, соцветия вот такие плотные, красивые. Вот так вот выглядят. Сюда уже немножко тенечек падает. И там сзади прикрыт. Там сзади Little Lime. Здесь на сегодняшний день вот так выглядит. Это Polestar. Вот такой вот малыш. От Харума, Полистар. Вот они такие очень маленькие. И дальше это пастель грин. Вот побеги, которые после цветения, да, там они отросли и уже дали соцветие. Так вот выглядит Magical Endless. Да, очень вообще интересный, очень карликовый сорт, красненький стоит. Что значит вот здесь прикрытие за ширмой с севера? Это вот с севера закрывает ширма. И если посмотреть, вот нету такого коричневения, что ли. Вот что значит горячий воздух, да? Так, дальше идет Little Spooky. Вот это вот соцветие лежит. Это Little Spooky. Little Spooky. Потом у меня здесь посажено два Diamond Rouge. Вот один. Это с моего саженца, с Diamond Rouge. Вот этот побег. А это Женин. Вот, кстати, Diamond Rouge по сравнению с Magical Sweet Summer. А вот видите, я подвязала, подняла побеги для того, чтобы не отходили почки. Так вот, вот Magical Sweet Summer хуже выглядит. Дальше продолжают опадать листья. Соцветия стоят, я их не обрезаю. Вот как оно пришло. Только подвязала опять, собрала пучок. Но скажу, что побеги уже вызревшие. И, конечно, проливаю укоренителем. Это Diamond Rouge Женин. Он намного лучше выглядит, сохранился лучше. Перенес поездку такую длительную. А сзади у меня Magical Kilimanjaro. Вот такие побеги у него. Еще его называют синоним Moon Rock. Вот на сегодняшний день так выглядят мои карликовые метельчатые гортензии. И, конечно, Анечкина грядочка вся горит оранжевыми цветами. Ну, на этом все. Прощаюсь. Пока-пока. Встретимся в новом видео.